Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами, как всегда, Серега. Настал тот момент, когда нам пора уже все-таки апнуть себе тысячный ранг. Вот столько времени прошло с того момента, как я апнул себе 300-й ранг. У меня стояла задача не просто апнуть себе тысячный ранг за последние 2 месяца боевого пропуска, а сделать это максимально быстро. Для того, чтобы, в принципе, просто вспомнить ту самую старую атмосферу, когда ты охотился за званием, набирал опыт, проходил ПВЕшки просто сутками. Ну и, конечно же, получил главную награду, золотую коробку удачи с одной из вот этих вот золотых пушек. Выдается она, конечно же, за самый максимальный тысячный ранг. А между прочим, чтобы лапнуть, нам потребуется чуток больше 18 миллионов опыта, что, естественно, заставит нас немного попотеть. Ведь никаких акций на опыт, к сожалению, нету. Есть какие-то счастливые часы, которые изредка проходят, но я так и не понял, админы все же их отключили, либо же нет, потому что по пару раз они у меня промелькивали, ну примерно такие накатки 2. То есть как будто сейчас счастливые часы сократились с часа, допустим, до 15 минут. Что предстоит сделать первым делом? Нужно понять, где качать дальше опыт, потому что апнуть себе 300 ранг, ну честно говоря, детский сад. Не было совершенно ничего сложного. Но как вы знаете, с каждым рангом опыт будет прибавляться, и с каждым рангом будет апаться сложнее и сложнее. Поэтому у меня после 300 ранга встал четкий вопрос, что делать дальше. До этого момента я просто играл Blackwood, ничего другого. Сейчас же решил заюзать немного другую тактику. Естественно, просто проходить Blackwood'ы, потому что это самое, что ни на есть полезное в этой игре. Я буду говорить количество опыта супер випка и обычным вип-ускорителем. За один проход мне дают 61 тысячу опыта и 36 тысяч варбаксов. Как вы знаете, в магазине также есть некоторые коробки удачи за варбаксы. Я что-то подумал, блин, а куда еще сливать данную великолепную валюту, ну реально вообще некуда, и решил то, что варбаксы, которые также буду зарабатывать, буду тратить на коробку удачи с ножом бабочкой, потому что оттуда падает опыт. Так что моя главная цель до тысячного ранга — играть одни Blackwood'ы, самую полезную спецоперацию, и тратить все варбаксы на коробку с ножом бабочкой. Фух, наверное, предстоит жаришка. Но раз вы видите этот ролик, вы, наверное, понимаете, что, скорее всего, у меня уже это получилось. Поэтому, ребята, максимально вас прошу показать ваш актив, потому что я настолько дохрена играл, настолько много проходил все эти миссии, так сильно старался максимально быстро выпустить данное видео. Поэтому, пожалуйста, вот не поленитесь и поставьте лайк на этот ролик. Ведь апнуть тысячный ранг за такой короткий срок даже математически нужно реально много времени. А пока, ребята, присаживайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Друзья, для новичков Warface, а также для тех, кто не заходил на свой аккаунт более 30 дней, есть отличное предложение, где вы сможете получить кучу крутого доната и новое топовое снаряжение Авангард. Все очень просто. Если ты новичок, то просто регистрируйся по ссылке в описании и забирай крутые пушки со снаряжением на свой новый аккаунт и доминируй над противниками благодаря топовому оружию. Если же ты уже зарегистрирован, но не заходил на аккаунт более 30 дней, также переходи по ссылке и забирай топовый донат. Все бонусные предметы ты сможешь сразу перевести себе на свой аккаунт. Все это позволит тебе вкачать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Что же я делал первым делом? Первым делом я слил свою огромную кучу варбаксов. Ну реально, на какой она мне хрен? Вот куда мне тратить? Что за нее покупать? На день рождения Warface добавят какой-то донат за варбаксы? Да у меня есть абсолютно все. И мне кажется, сейчас самый что ни на есть идеальный момент, чтобы потратить. И этот самый опыт помог мне хоть немного мучиться поменьше. Ну и далее все по накатанной. Просто начинаем проходить Blackwood. Blackwood за Blackwood'ом, Blackwood за Blackwood'ом. Собираешь стак, собираешь сокланов. Все горят. Говорят: Серега, ты задолбал. Прекрати нас звать, мы не хотим. Отстань, похер вообще на твое звание. Играй сам. Естественно, я хочу извлечь из этого максимальную пользу. Я не только хочу апнуть себе тысячный ранг. Естественно, мои цели немного более глобальны. Я также хочу себе апать клановые очки. Мне тоже интересно, сколько клановых очков я смогу апнуть на одном Blackwood'е за тысячный ранг. Также, естественно, я немного хитер в том плане, то что я также хочу себе немножко прокачать какие-либо пушки, чтобы в будущем ставить на них модификации. Поэтому, как видите, одним тем действием, что я играю Blackwood, я убиваю множество зайцев. И вот что у нас близится. Это, ребята, 500-й
ранг. И как вы видите, вот такой вот значок будет преследовать нас до самого 1000 ранга. И даже когда я апну себе 1000 ранг, этот значок останется именно таким. Он меняться совершенно никак не будет. То есть в любом случае, если вы видите подобный значок, знайте, это либо 500-1000 ранг. За этот ранг я получаю последнее достижение, и за следующие ранги достижений будет никаких. Только 1000 ранг, самый последний ранг. И единственная награда, единственная золотая пушка из 4 предложенных. Погнали! Неплохо идет, да? На видео-то, конечно, оно все красиво, но насколько в моменте сложно все это дается, когда ты стараешься апнуть все это дело максимально быстро, собирая стаки из сокланов, которые уже просто умоляют, чтобы я от них отъебался. Но нет, ребята, я все же настроен серьезно. Поэтому заранее благодарю всех тех, кто помог мне в достижении данной цели. Спасибо большое, вы красавчики. Вот я апаю себе уже 800 ранг. И сейчас пора показать максимальный рывок. Просто, без остановки, сделать себе сразу 1000 ранг. И вот это уже реально челлендж. Потому что играть придется без остановки. И все по накатанной. Блэквуды, коробки, блэквуды, коробки, блэквуды, коробки и ничего больше. Звание все апается и апается. Ты просто охреневаешь, потому что ты сидел, играл 10 часов без отрыва и апнул всего лишь 100 рангов. Ты уже реально начинаешь понимать то, что каждое звание уже на вес золота, потому что апается реально сложновато. Ты понимаешь то, что этот блэквуд проходит за считанные 10 минут, но все равно почему-то это кажется нереальным адом, и это происходит все очень и очень долго. Начинаем мы в 8 вечера, как вы думаете, заканчиваем мы в 9 утра. И вот уже все свалили спать, никто совершенно играть не хочет. Я сливаю все свои оставшиеся варбаксы, которые только можно. Оставляю 500 тысяч, ну на всякий случай, ну пусть будет. И вы видите этот левел. Он обозначает то, что скоро все мои страдания закончатся. Осталось лить свои варбаксы. Нет, я пойду в соло в 9 утра на Блэквуд. Хм, удачно, снова удачно. Да, это просто последний Блэквуд, 997 ранг. Ровно, я посчитал, мне осталось один Блэквуд. И прям ровно я апну себе максимальный 1000 ранг. И получу наконец-то эту заветную награду. Да, 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 давай, давай, давай. Все, 1000 ранг. Охренеть. Ой, сколько я на это убил своих сил. Зачем я это делал так быстро? Ну, можно же было в течение 2 месяцев аккуратненько тебя апнуть. Ну, зачем так быстро? Но я реально получил какой-то невероятный экспириенс от этого всего дела. О, прикиньте, 500 опыта мне всего не додали. Вот, на 500 опыта мне больше должны были дать. Но я немножко перевыполнил план. И вот он, дорогие друзья, долгожданный мой 1000 ранг. Вот она, долгожданная золотая коробочка. Давайте откроем ее и посмотрим, что с нее получим. Да, Трувелла. Это Трувелла. Это, блядь, Трувелла, это пиздец. Вот такую вот награду за 1000 ранг, дорогие друзья, я получил. Конечно, не самое лучшее, что могло отсюда выпасть, точнее, совсем не самое лучшее, что могло отсюда выпасть, но хочу вас немного обрадовать. Абсолютно все эти пушки золотые, которые были в данной награде, у меня все равно есть на складе. Потому что, на самом деле, я все это сделал не ради награды, а просто поставил себе интересный челлендж. И я с удовольствием выполнил его. Я, правда, не спал уже 2-й день, но я выполнил. По подсчетам все получилось довольно клево, потому что я апнул себе около 800 тысяч клановых очков. Ну, потому что, в принципе, почти всегда играл в скобки. В итоге Блэквудов я прошел примерно, может быть, где-то 280.
Сколько я выбил себе золотых ножей бабочка и обычных ножей бабочка, только администрация может написать в комментариях под это видео, чтобы все просто охренели от этого количества. Я прокачал себе абсолютно все пушки, которые я только хотел, да и даже несколько прокачал пушек тех, которые на самом деле не хотел. Ну а теперь, дорогие друзья, время заканчивать. Вот так вот выглядит тысячный ранг. Не знаю, впечатляет, нет, но в любом случае за этот труд, я надеюсь, вы не пожалеете и поставите свой царский лайк на данный ролик. А я благодарю вас за то, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте написать ваше личное мнение в комментариях, также заглянуть в описание, там много всего интересного. С вами был Серега, мы с вами увидимся, всем удачи!